Елисей Карликанов, спасибо большое, здравствуйте. С текстом в Яндекс.Музыке попался данный трек. Очень понравился такой постгранжик с классным припевом и крутым вокалом. Я надеюсь, что постгранжик на 32 миллиона просмотров нам стрим не расхуячит. Ну, давайте посмотрим. Флорист, название знакомое, кстати. Да, сорян, что ем, но хочу поесть. Приятного аппетита мне. Там вокалистка вроде низкого роста очень, да, типа? Какой что-то смотрел у них еще. Не знаю, ничего супер крутого пока не слышу. То есть у нее такой, как бы, слишком вот куча каких-то вот этих вот призвуков в вокале. Вот эта вот вся хуйня, это она немножко раздражает. Истеричность такая, типа. Остальное тоже, ну... Нет того, за что зацепиться. Блять, это еще и христианский рок. Я почитал немножко, короче, про нее, там, в перевике, про группу. В 2007 были названы группы недели на MTV. Ну, в 2007 понятно. Звучат очень 2007-ристо. А, у них менялись вокалистки, ничего себе. Я так больна. Или я так болен. Ну, не знаю, честно, так, ну, как бы, неплохо, но ничего интересного. Это мое мнение такое.